В детских садах холодно. В администрацию города стали поступать жалобы на несоответствие нормам температурного режима в дошкольных учреждениях. 56-й детский сад в числе тех, кому у родителей есть претензии. Как обстоит дело, разбирались сотрудники мэрии и теплоснабжающей компании. Для проверки выбрали угловую группу. Дети в спальне, помещение на проветривание. На термометре 20. Причем везде. И в раздевалке, и в группе, и в спальне. Температура батарей 50 градусов. Все в норме. Сегодня мы видим, что температура внутри помещения и внутри детского сада соответствует нормам. Действительно, на прошлой неделе был ряд аварий на сетях Пауте Плюс, и я думаю, что нарушение температурного режима, возможно, связано с этим. Но нам нужно понимать, что если такие случаи есть, то руководители учреждений связываются с ресурсоснабжающими организациями, и те достаточно оперативно откликаются, приезжают, и если есть какая-то необходимость, налаживают температурный режим. К ресурсоснабжающей организации обратился и 56-й сад. Буквально днем раньше увеличили конус. Как следует, здание еще не успело прогреться. Среднее значение температуры в саду, согласно нормам, в зависимости от помещения, колеблется от 19 до 22 градусов. Жара детям тоже ни к чему, уверены педагоги. У нас как раз самая низкая заболеваемость в городе. Мне, конечно, это очень приятно. И посещаемость у нас очень высокая. Я думаю, что это как раз и обусловлено тем, что мы не завышаем температуру, и температура комфортная для детей, не для нас, взрослых, как бы нам, может быть, хотелось бы, а именно для детей, потому что дети находятся в движении, и им нельзя потеть, им нельзя чувствовать себя вот так дискомфортно, поэтому я считаю, что у нас так вот нормальная температура для этого. Все претензии по некорректному температурному режиму в детских садах готовы выслушать городское управление образования. На сегодня явного занижения нормы нет нигде, рапортуют чиновники. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.